Six, seven, eight. Seven, eight, nine, ten. Thank you.
По 54 метра, белая карта. Илья, привет. Привет. Что сегодня плыл? Какой результат? Личный успех, 154 метра. Вау. Это хорошо. В прошлый раз мне получилось достичь 150, но я тогда махнулся, не удержался. А в этот раз все чистенько, аккуратненько, на расслаблении. Все получилось. Ну, у тебя очень успешный сезон в этом году. Да? Я надеюсь, завтра будет такой же успех. Сделаю 160 и, боже, будет закрывать сезон. Будешь довольный? Выполнив план, да. Супер. Ну, вот так и нужно закрывать сезоны. Абсолютно. 53 метра, белая карта. Official top, plus 1, 2, 3, 4, 5. Метра не доплыл, там минус 40. А то красную карту дал. Ну, вот здесь вот минус 40, считай. 93 метра, белая карта. Сергей, привет. Привет. Расскажи, как прошел заплыв? Ну, если честно, я недоволен сегодня своим заплывом. Хотя сделал бест 93 метра, но как бы думал, что могу больше. Что-то как-то вот тяжеловато в конце было. Еще чуть не накосячил, чуть не ушел, не дождавшись карточки. Судья добрый. Меня спас судья. Остановил вовремя. И, кстати, вторая моя ошибка такая же. В прошлый раз точно так же ошибся. Что-то вот это вот непонятно, мне это не нравится. Короче, расстроен сегодня. Но в целом нормально. Завтра выступаешь? Да. Завтра Моноласт. Ну, тогда желаю убрать спешку, и, возможно, все получится. Спасибо. Official top, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
99 метров, белая карта. Леш, привет. Привет. А расскажи, первые ли это твои старты? Да, это мой дебют. Классно. Как, доволен результатом? Да, отлично. Я добился, я не отрубился во время своего первого выступления. Моя цель достигнута, заявка выполнена. Я доволен на все 100. Супер, как мотивация возросла заниматься конечно, дальше? Конечно, конечно. А на этих соревнованиях, по-моему, ты только в один старт заявился. Да, потому что я более-менее был уверен именно в этой дисциплине. И считаю, что надо тренироваться, прежде чем себя показывать. Здесь я себя показал, полностью доволен. Здорово, классный подход. Ну что, тогда я желаю тебе в следующем году потренироваться больше и уже выступить в нескольких дисциплинах. Спасибо. Поздравляю. Official top. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Руслан, привет. Привет. Ну что, как сегодня прошло выступление? Ну, немножко волновался, конечно. Ну, в принципе, вышло лучше, чем я ожидал. То есть сейчас я сделал свой бест в разделках. Вообще, мне бассейн Новосибирска счастливый. Я здесь лучшие результаты всегда первыми делаю. И уже потом их пытаюсь догнать в домашнем бассейне и там в других городах. Это потому, что у нас атмосфера хорошая. Да, атмосфера отличная. Всегда с удовольствием ездим к вам. Здорово. Очень рада слышать о твоих бестах. Прекрасно, что сегодня белая карточка. Да, сегодня я плыл эксперимент. Тренер поставил надо мной эксперимент, сказал, нужно пожестче оборудование. Дал другие ласты, в которых ноги маленько почувствовал ноги. Но тем не менее, прирост скорости, видимо, был. Хотя по видео надо будет посмотреть, я не знаю, может быть, все было как обычно. Но по внутренним ощущениям плылось быстрее. Вот. Ну, результат тоже удалось. Хотя вышел, как обычно, маленько трясло. Ну, это уже мой
видимо, мой... коронная фишка. Коронная фишка. Но, видимо, уже как это выхожу как раз на правильные грани между добром и злом. Ну что ж, надеюсь, завтра будет снова найдена да. правильная грань. Да, главное отдохнуть хорошо сегодня, да. Даша, привет! Здравствуйте! Третий день соревнований, третья дисциплина. Расскажи, как впечатление? Сегодня мне не особо понравился мой результат. Вчера было намного лучше, но мы не расстраиваемся, стремимся к лучшему. Даша, расскажи, как ты пришла во фридайвинг? Я вообще увидела фильм и вдохновилась вот этим вот атмосферой, вот этим вот адреналином и погружениями на глубину. Вот. Я стремлюсь к такому же результату, как там было, и вообще к самым крутым. Ты помнишь название фильма? Да, «Один вдох» называется. Здорово, этот фильм действительно многих вдохновил попробовать фридайвинг. Да. Ты занимаешься в Новосибирске в Waterspace? Да, в Новосибирске в Waterspace. А до этого плаванием занималась? Да, я всю жизнь занималась плаванием в разных организациях. Раньше было спортивное плавание, но потом что-то не пошло, и вот я пришла сюда. Вот нашла по душе занятие. Да. Здорово. Поздравляю тебя, отличные старты. Спасибо большое. Желаю продолжать и уже во взрослую категорию врываться дальше. Спасибо большое. Five, four, three, two, one. Official time, plus one, two, three, four, five, six, seven, eight.
Ира, привет. Добрый день. Как прошел сегодняшний старт? Вообще отлично. Думала, что будет все намного хуже. Сегодня был мой первый раз выступления в классических ластах, мой дебют. Поэтому я надеялась проплыть не более 50 метров, ну, собственно, то, что я и заявила. Получилось чуть больше, 104. Здорово, поздравляю тебя. Спасибо. Как давно ты занимаешься фридайвингом? Чуть больше года. Как? Фридайвинг – это любовь? Да, особенно потому, что здесь нет баллонов, как в дайвинге, и оборудования гораздо меньше. То есть у тебя опыт дайвинга за спиной? Опыт дайвинга, да, есть, и я пришла во фридайвинг, потому что я замучилась носить тяжелые баллоны. Приходите всем на фридайвинг разгружать свои спины. Да.
Оля, привет. Привет. Как прошел сегодня твой старт? Хорошо прошел. Я ждала последнего дня, чтобы наконец-то выдохнуть. И рада, что все закончилось. Потому что, ну, было волнение перед каждым стартом все равно. И сейчас прям как груз с души. Облегчение пришло. Еще раз? Облегчение пришло. Да, да. В целом довольна соревнованиями? Да, довольна своими результатами, довольна все как прошло, все супер. Оля, как ты пришла во фридайвинг? Как пришла во фридайвинг? Ну, это интересная история. Я, наверное, 2 года хотела начать заниматься фридайвингом. Мне очень нравилось смотреть в интернете видео, как плавают другие люди. И пришла во фридайвинг я в прошлом году, то есть я еще года не занимаюсь, получается, будет год в августе. Вот, и рада, что я в этом спорте, потому что обожаю плавать, обожаю нырять. Спасибо, Оля, за твой рассказ. Желаю сохранять вдохновение фридайвингом и делиться этим вдохновением с окружающими. Спасибо большое. One. Official top. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Игорь, привет. Привет. Расскажи, как прошел старт? Да все хорошо. Все по минимуму. Все дисциплины выполнил. Что заявка, какие заявки делал. Ну, был план чисто все сделать. Статику по минимуму. Вчера 2 дисциплины я хотел попробовать в моноласте. Первый опыт был. Попробовал брас тоже. Все по минимуму. Ну, сегодня тоже по минимуму закрылся. Чисто это самое главное. Вот. Учитывая обстоятельства, которые сложились, ну, пропуск тренировки несколько месяцев, я думаю, что это нормально, выйти практически без подготовки и выступить таким образом. Вот. Ну, единственное, что еще могу сказать, может, кому-то интересно. Вот я второй раз уже практикую 2 старта за один день. Ну, на самом деле тяжеловато. Не можешь показать нигде результат, ни в первом, ни во втором. Вот, ну и по общему ощущению 2 нырка за один день это все же больше, чем если бы один, но акцентированно был сделан. То есть и сейчас, конечно, тоже вот эта усталость, которая вчера, которую я думал не будет, она тоже сегодня еще присутствует. Поэтому вот, может быть, это кому-то поможет. Если кто хочет результат, то я думаю, что надо именно выбирать то, что нравится, и один нырок делать за день. Игорь, давно ты занимаешься фридайвингом? Ну, это уже пошел 2-й год. Ну, конечно, у нас есть перерывы сезонности. Вот у меня были обстоятельства
Ну, даже не обстоятельства, я просто уезжал на лыжах кататься несколько месяцев. Поэтому я пропустил практически с декабря месяца, не тренировался. Но я могу сказать, что это моя находка, мое увлечение, которое я открыл для себя год назад. И мне это очень нравится, я продолжаю заниматься и буду дальше продолжать заниматься. Здорово, поздравляю тебя с белыми карточками, удачными стартами. Ну и желаю продолжать сохранять запал. Спасибо.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Виталя, привет. Привет. Ну что, делись. Ну, сегодня у меня день такой удачный. Это мой бест сегодня. 142 метра. Сегодня получилось. Но не стал дотягивать до 150, потому что уже там был уже блэкаут точный. Ожидал от тебя такой результат сегодня? Ну, вообще ожидаемый, желаемый. На тренировках получалось заплывать туда? Нет, на тренировках такого не было результата, но он такой был. То есть это твой абсолютный бест сегодня? Бест сегодня, да. Скажи, пожалуйста, как ты пришел во фридайвинг? Ой, это случайно совсем было. Это я хотел поплавать в сгубс для разнообразия от кросса, там, велосипеда. И вот получилось, попал в Motorspace вначале. Ты увидел фридайверов на дорожках? Нет, я в объявлении хотел узнать расписание в сгубсе, как там. Не смотрю, я в Waterspace, нырялки какие-то. Думаю, что такое, да, попробую. И вот так вот я оказался во фридайвинге. Классно. Ну что, поздравляю тебя. И спасибо. Желаю дальнейших успехов. Успехов. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маша, привет. Привет. Поздравляю тебя с отличным результатом. Спасибо. Расскажи, как долго ты к нему шла? Начала заниматься я примерно год назад, по-моему, в Waterspace. Потом начала тренироваться
с осени, летом был перерыв. И вот результат получается с осени до настоящего момента. Такой прогресс у меня. Я довольна. Потому что максимум у меня до этого был 120, и сейчас такая резкая прибавка. Но где-то на 130-140 метров я заметила, что у меня сужается зрение, и решила выходить. Рисковая девчонка. Ожидала от себя? Ты ожидала от себя такой результат сегодня? Я ожидала примерно 130, может быть. Но была установка проплыть дальше лестницы 125. А там как получится. Круто. Поздравляю тебя. Продолжай в том же духе. Спасибо. Вот. Хочу увидеть твое счастливое лицо каждое соревнование. Хватит. Юля, привет! Привет! Как прошел сегодня старт заключительный? В целом неплохо. Конечно, опять для меня это далеко не самый лучший результат. Вот. Конец сезона, много было стартов, я уже подустала. Поэтому в целом довольна. Даже... Юля, можно я тебя перебью? Ага. Как долго ты уже занимаешься фридайвингом? О, Господи! Сейчас я скажу, 13 лет. Это и в этом в сентябре этого года будет 13 лет, как я начала пробовать себя во фридайвинге. Я пришла когда-то давно еще, когда бассейн СКА в своем старом полуразрушенном состоянии функционировал. И там начала сначала просто ставить технику плавания и технику плавания и ныряния в моноласте. Вот.
А потом, как говорится, ну, мы не сразу стали участвовать в соревнованиях. Соревнования в ближайших регионах появились не сразу, только с 2016 года. У нас в Новосибирске соревнования проходят, так, как бы мне не ошибиться, с 2020 года, да? Вот. А до этого, ну, как-то мы занимались, так тренировались, больше, скажем так, на любительском уровне. Вот, так что я во фридайвинге 13 лет. И не перестаю его любить. Иногда немножечко сбавляю обороты, отдыхаю, восстанавливаюсь. Вот. Иногда, как сказать, когда появляется энергия, силы и время, и возможность потренироваться и поездить, так вжариваю на соревнования. Ну вот. В целом этим сезоном я довольна. То есть в каких-то дисциплинах получилось улучшить свои результаты. Но в этот раз я выступала, скажем так, в удовольствие. Передо мной ныряла Маша Зибарова. Я очень рада за Машу. Я даже больше, чем за себя рада за Машу. Маша, мамочка. Маша нырнула. Отличный результат. 147 метров в разножках. Очень счастлива. И я даже как-то перед своим нырком такой позитивный заряд получила, глядя на нее. Думаю, о, классно. Вот, и проплыла просто в удовольствие, не думая о цифрах. Вот. Круто. Юля, спасибо тебе за твою историю. Я думаю, она вдохновит очень многих ребят, которые только начали заниматься. И они поймут, что на самом деле у них все впереди. Да. Занимайтесь фридайвингом. Это очень приятно, очень интересно. Как бы, ну, можно путешествовать, можно общаться со множеством интересных людей, посещать массу красивейших мест нашей планеты. Ну и держать себя в хорошей спортивной, физической просто форме. Так что всем фридайвинг! Спасибо, Юля. 4, 3, 2, 1.
Руслан, привет. И снова добрый день. Расскажи, как прошел третий день выступлений? Хорошо. Намного тяжелее, чем вчера и позавчера, но очень хорошо. В целом я доволен. Результат не самый лучший, далеко не самый лучший. Можно было бы плыть дольше, но не сегодня. Точно не сегодня. Хорошо. Руслан, расскажи, как ты пришел во фридайвинг? Я занимался йогой, а потом случайно попал на курс по фридайвингу. Я нашел очень большую аналогию между йогой и фридайвингом. Назвал фридайвинг йогой под водой, а потом перекочевал окончательно из йоги в фридайвинг, потому что мне он понравился больше. А помогает йоговское прошлое под водой? Да, однозначно. Но сейчас фридайверские наработки больше помогает в йоге, вот так вот. Ну, здорово, я фридайвинг тоже... one love. Супер. Я тоже считаю, что йога и фридайвинг идут рука об руку и очень хорошо между собой сочетаются. Спасибо тебе за участие, классные результаты. Вам спасибо большое. Вот, приезжайте к нам еще. Обязательно. Ефим, привет. Привет. Так, ну что, ты собрался с силами на третий день? Не до конца. Но чуть-чуть сильнее, чем вчера собрался, скажем так. Хотя вчерашний результат дает о себе знать. Сегодня что-то как-то тяжко было. Ефим, расскажи, как ты пришел во фридайвинг? Это было, наверное, очень давно. В детстве много плаванием занимался. Надоело плавать туда-сюда. Начал нырять. Так и пришел потихоньку. Ты начал нырять до того, как прошел курсы по фридайвингу? Да, лет за 10. Потом бросил, а потом попал уже на курсы. Где нырял, в бассейне или в водоемах? Нет, в бассейне только нырял. Потом начали всех везде выгонять, и я перестал. Ну, это хорошо, наверное, что тебя начали выгонять, потому что ты парень такой усердный. Сейчас я понимаю, что это правильно, а раньше этого не понимал, как и большинство, кто сейчас смотрю, ныряет по соседним дорожкам. Ну, здорово, что сейчас ты... Можешь нырять со страхующими. Обязательно. Да. По-другому уже не рассматриваю. Это круто. Желаю тебе хороший следующий сезон. И продолжать любить фридайвинг всей Все, душой. Теперь на отдых, готовиться к следующему сезону.
Игорь, привет. Привет. Так, расскажи, у тебя нырок сегодня был с изюминкой. Как все прошло? Все было хорошо, как бы. Единственное, что я заморочился насчет ступенек. Я с той стороны глубоко нырнул, и мне пришлось вытянуться в ступеньке наверх рукой. Но как бы это не помогло, потому что все равно ногами оттолкнулся. А с этой стороны, блин, я что-то автоматом потянулся так же. Что-то показалось, что я ниже иду. Ну и вывел голову из, видимо, из воды. То есть, ну, мне показалось, что маска, может быть, там все вышло. Гипоксии сложно сказать. Но потом дошел, как раз на 150 такой момент наступает. Или сейчас уже начал чувствовать, что начинаю расслабляться. И как бы дискомфорт уже не такой. Вот. Ну и удалось развернуться и чуть-чуть больше сделать. Вот. Так что я рад, доволен. Ну, Игорь, вот как давно ты уже занимаешься фридайвингом? Наверное, не знаю, то есть либо мы 2 или 3 года занимаемся. Вот я не могу, 21-го. Это уже 3 года получается. И как ты попал во фридайвинг? Да мы к Мише попали, мы подводные охотники, вы уже рассказывали, что он целую группу взял, попросили его потренироваться. Ну вот, а потом уже нас занесло дальше. Серьезно в спорт? Серьезно, пока как начинающие, ну, будем надеяться, что серьезно. Хорошо, желаю продолжать заниматься, получать искреннее удовольствие. Хорошо. Приезжайте к нам. Спасибо. Как обычно. Все классно. Ждем в гости. Спасибо огромное. Все. Start, cancel.